Так, правая пушка, готовься, огонь. Еще огонь. Еще левая. Ох, отлично, ребятки, мы этих зомби-птиц всех перемочим сейчас. Отлично, ребята, отлично. Так, ребята. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть, ребятки, в растения против зомби. Так, ребят, ну что ж, погнали, собственно, посмотрим, что у нас здесь, ребятки. Мы уже с вами дошли до нового эпизода, и новый эпизод, ребятки, это у нас какая-то старая лодка стоит на каком-то таком острове прикольном. Ну, короче, давайте посмотрим, какой-то старый корабль. Ну, в общем, давайте посмотрим, потому что я еще здесь, ребятки, сюда не доходил. Да, ребятки, мы реиграем на старом корабле, ребят, так что давайте, собственно, поднапряжемся с вами. Соседушка, как всегда, нам говорит... А, ребята, мы на пиратском корабле, все, я понял. Так, берем вот этого к нам. Эуч. Что это такое-то? Возвращайся. Ага, ребятки, мне надо возвращаться в эту. Мне говорит, что надо полить свои растения. Так, ну что ж, ребятки, давайте посадим растения ваши. Так, все, ребятки, подсадили мы подсолнух, и давайте польем его. Так, все, отличненько, ребятки, подсолнуху понравилось. Все, приехала опять машина времени. Опять начала моргать мне. Так, ребятки, я уже 10 этих выиграл. О, еще 10, отлично. О, это что такое? Буст, ребятки, обновление. Отлично, ребятки, следующий уровень. Так, ну что ж, еще один, ребятки, у нас есть. Ага, 30 штук стоит, чтобы посадить, ребятки. Нет, у нас нету такого, давайте вот сюда. О, ребятки, и давайте этот польем. Все, ребятки, такие бонусные растения мне дали, чтобы, наверное, я что-то с нее получил, ребята. Вот пчела летит, она, наверное, должна что-то сделать или нет? Ну, вроде и нет. Вроде бы и да. Да, ребятки, пчела должна собрать, ребятки. Ладно, ребятки, это очень долго, так будет. Давайте вернемся, собственно, назад, ребятки, и посмотрим с вами, что мы можем сделать. Так, ребятки, это мы тут можем увеличить что-то, наверное, да? Так, ну это все так дорого стоит, ребята, просто. Так, давайте вот у нас что-то есть. Мы можем купить, ребята. А, нет, очень-очень дорого стоит, ребятки. Мы пока это купить не можем. Так что давайте, собственно, перейдем к уровню. Я думаю, что уровень уже будет... нам доступен, ребята. Так что мы против пиратов играем. Ребятки, я еще не играл с пиратами, конечно же, но как-то надо их будет победить. Так, ну что ж, ребятки, этот надо, этот тоже берем. Берем вот этого, капустострела берем. И, наверное, бумеранг возьмем. Или возьмем замораживатель. Давайте возьмем замораживатель. Бумеранг пока нам не нужен в этом уровне. Я думаю, мы и без бумеранга, ребятки, справимся. Ну, в общем, ладно, ребятки, погнали, ребята, поехали! Так, сажаем, сажаем, сажаем. Так, все, ребятки, подсолнух посадили. О, ребятка, посмотрите, сколько у меня солнышек сразу подсолнух выдает. Вот это круто, ребятки, посмотрите. Ого, ребят, реально, посмотрите. Так, ребятки, вижу, пират идет. А, да и зомби, ребятки, не дремлют. Посмотрите, с какой скоростью они, ребятки, ходят. Посмотрите, с какой скоростью, ребятки, они ходят. Они ходят очень довольно-таки быстро. И таким образом мне надо, ребятки, быстрее собирать солнышки. Сажать оборону, выстраивать. Чтобы все было ровненько. Чтобы все было, ребятки, красивенько. Так, все забираем. Ага, садим здесь. Так, давайте, наверное, еще один подсолнух здесь посадим посередине. На всякий случай. А, они, я понял, идут только там, а там не идут. Все, понял. Так что мы можем там подсолнухами, ребятки, засадить. Все, ребятки, отлично. Ой, ребята, листочек. Листочек нам нужен. Обязательно. Так. Ага, вот они. А я думал, они не перепрыгивают. А вот он, ребятки, и перепрыгнул. А мы туда поставим, ребятки, горохострел. Пускай потихонечку в него стреляет. Так, ребят.
Это же, конечно же, все хорошо, но, ребята, надо выстраивать оборону все-таки как-то крепче все делать, потому что это, ребята, уже довольно-таки не шутки. Так, у нас же вот есть бесплатный замораживатель, ребятки, а мы ним даже и не пользовались, вы представляете? Так, все, там горохострел потихонечку, ребятки, убил зомбика. Так, ребятки, ну что ж, это просто круто. Давайте, наверное, выкопаем одну эту и посадим туда два горохострела. Пускай стреляют. Все-таки. Так, отлично, 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 ребятки. Капустострел здесь садим. Здесь садим, наверное, горошек, ребята. Здесь горохострел садим. И, наверное, ой, горошек. Да-да, горошек. И вот так вот, а там орешек. Так, отличненько, так, отличненько. Так, ставим три. Три горохострела, это будет как раз круто. Забираем, ребятки, горшочек. Так, 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 ребятки, выстраиваем опять. Давайте выстраиваем нашу оборону. Так, ну вроде все идет пока, ребятки, по плану. Так, ребятки, мы заработали кукурузу. А, мы уже прошли уровень, ребятки, так быстро. Я ждал волну, а волны, оказывается, ребятки, и не было. Так, ребятки, ну что ж, мы нашли кукурузострел, ребятки, который стреляет кукурузой. И который, ребятки... стреляет маслом, ребятки. Так что, собственно, давайте посмотрим, на что мы, ребятки, способны. Ага, а что это за птица-зомби? Вы видели, ребята? Так, берем, берем, берем. Берем, берем. И вот этого, наверное, берем кукурузострела, ребятки. Поехали! Так, ну что ж, ребятки, готовы. Так, давайте сюда этого посадим. Нашего подсолнуха. Так, 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 подсолнух, это, конечно же, хорошо. Так, сюда этого. Отлично. Сюда этого. А, ребятки, мне уже не дают эти солнышки. Так, сюда горохострела садим, ребятки. Так, ну что ж, давайте выстраивать, ребятки, нашу оборону. Так, солнышек мне уже много, ребятки, не дают. Так что я особо не рассчитываю на них. Потому что это довольно-таки все, ребятки, уже серьезно. Так, ребятки, здесь тоже будет одна волна, походу, в конце. Ну, как-то будет непонятно. Будем, ребятки, в общем-то, смотреть, как оно будет на самом деле. А там посмотрим. Так, ну что, этого сюда. Этого сюда, ребятки. И, наверное, этого сюда. Этого возьмем, ребята. Да, вот этого сюда. Этого сюда. Так, ну что ж, ребятки, отличненько. Так, ребят, посмотрите, у нас эта птица несет зомби. Птица несет зомби, вон она, как же их остановить? У меня даже не за что, ребятки, их остановить, а вот так вот. О, вот так вот, ребятки, вроде бы остановилась. И, наверное, только капустострел нас спасет, ребятки. Давайте поставим капустострел. Пускай, наверное, убивает их потихонечку. И заморозка пускай будет, ребят. Так, давайте, наверное, листиком убьем эту птичку. Ауч, ребята, отличненько. Так, ребятки, идут много зомбиков. Давайте их как-то будем немножко, ребятки, тормозить, потому что это, ребятки, зомбики, это очень страшные существа вообще. Я их просто ненавижу, потому что они, ребятки, съедают всех, кто есть, ребятки, на пути. Так, ну что ж, ребятки, огонь, поехали. Так, ну что ж, ребятки, большая волна зомби приближается, предупреждают меня, ребята. Так что давайте, собственно, потихонечку будем, наверное, вот так вот расстреливать как-то этих птиц злых, которые нам не дают, ребятки, пройти даже здесь и проехать. Ну что, еще раз огонь. Ох, ребята, отлично, отличный бросок, просто супер. Так, ну что ж, все вроде бы круто пока что. Все, ребятки, там этот зомбик умер. Так, сюда ставим этого. И, наверное, капустострелы еще поставим. Давайте здесь поставим, выберем оборону вот такую. Так, ребятки, ну что ж, отличненько, ребятки. Мы с вами прошли этот уровень, ребята. Это просто замечательно. Так, давайте соберем все и поднимем денежку, ребятки. Все, ребятки, мы заработали с вами очень много денег. Это просто не может, ребятки, не радовать. Это просто круто. Просто отлично. Так, ну что ж, ребятки, давайте посмотрим. Так, ребятки, следующий уровень. Конечно, следующий уровень. Давайте берем, ребятки, следующий уровень. И посмотрим, что нас ждет, ребятки, в третьем уровне. Так, ну что здесь у нас? Давай быстрее грузись, игра. Вау, ребята, что это? Это какая-то пушка. Давайте-ка посмотрим. Так, ребята, огонь.
Ту-ду-ду-ду. Ребята, ого, вы видели, вот это удар. Огонь. Ту-ду-ду-ду. Отлично, ребята. Пушка готовь. Вторая пушка готовь. Пошел. Третья пушка готовь. Четвертая готовь. Ребятки, уже пушки не работают. Пятая пушка есть. Выстрелили. Так, ребята, с правого фланга наступают зомби-птицы. Пушка готовь. Отлично. Пушка готовь. Отлично. Как с танка стреляет, ребята, вы только посмотрите. Бабах. Вот это да, ребята. Пушка готовь. Так, давай быстрее оживай, пушка-то. Бабах. Поехали, отлично. Бабах. Мимо, мимо, мимо. Еще раз. Бабах. Отличненько, ребятки. Все, вот это круто. Вот это я мощно пушкой, ребята, расстреливаю этих злых и нехороших зомби-птиц, которые пытаются принести зомби на мою, ребятки, территорию. Вау, мой корабль, ребята. Это мой корабль. А ну, злые пираты, уйдите все отсюда. Бой, огонь, ребята. Ну что ж, ребятки, большая волна предупреждает меня. Так, правая пушка, готовься, огонь. Еще огонь. Еще левая. Ох, отлично, ребятки, мы этих зомби-птиц всех перемочим сейчас. Отлично, ребята, отлично. Так, ребятки, ну что ж, зомби попадают на нашу территорию, ребятки. Надо срочно как-то с ними бороться. Эй, мимо. Так, поехали, 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 поехали. Давай еще раз стреляй. Ох, отлично, всех замочил. Так, осталась вот эта последняя волна, и то она, наверное, улетела, ребятки. Да? Вроде бы да, ребят. Ну что? Да, ребятки, отличненько, ребятки. И мы прошли этот уровень и открыли какого-то дракона. Растение дракон. Что это такое, мы уже узнаем, ребятки, в следующем с вами, ребятки, уровне, дорогие друзья. А я хочу вам, ребятки, сказать, что этот эпизод подошел к концу. Если вы еще не подписались каким-то образом на мой канал, обязательно это сделайте. Обязательно поставьте пальчик вверх, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать все мои видосики на моем каналчике, ребятки. А также комментируйте мои видосики. Ребятки, в следующий раз мы будем уже играть во втором эпизоде на четвертом уровне, ребятки. И встретимся с злыми, огромными пиратами этого злого корабля, ребятки. Так что до скорых встреч, ребятки. А с вами был, как всегда, Юра. Пока-пока.